Если бить, то по воротам, если учиться, то у профессионалов. Обычный урок физкультуры для ребят из Ходнинского лицея номер 21 превратился в настоящую футбольную тренировку. В качестве тренеров – игроки «Химок», полузащитник основного состава Андрей Мурнин и участник молодежки Никита Польщиков. Школьники смогли не только пожать руку своим кумирам и получить автографы, но и узнать секреты мастерства. Тем более многие из них мечтают о спортивной карьере. 2 года назад я пришел и начал заниматься футболом. Я думал, что это хороший спорт и им стоит заниматься. Я очень люблю футбол, так как я хочу стать профессиональным футболистом в дальнейшем. И очень сильно тренируюсь и развиваю свои навыки. Сколько лет ты занимаешься футболом? 3 года. В начале встречи ребят разделили на 2 команды. Сначала, как и полагается на тренировке, разминка. Потом школьники приняли участие в эстафете. Учились вести мяч и рассчитывать силу удара. Завершили необычный урок футбольным матчем. Это всегда приятно, что приглашают, всегда новые эмоции какие-то получаешь. Детский смех, он всегда такой счастливый. Поколение по-любому будет достойное, и это, и следующее. Многие ребята не только оттачивают свои навыки на поле, но и охотно посещают стадион в качестве болельщиков. Игры «Химок» не пропускают, а на некоторых игроков клуба равняются. Мне очень нравится Аршак Корян. Почему? Хороший футболист. Потому что забивает, наверное, каждый день. Он работает на команду активно. Очень хотелось бы узнать, познакомиться с ними, узнать что-то новое для себя. Сколько они тренируются, сколько в день уделяют тренировкам. Боятся ли они выходить на поле важных матчей, боятся ли или нет. Такие встречи стали уже доброй традицией. Их проводят не в первый раз. Ведь личный пример и знакомство с успешными игроками как нельзя лучше мотивируют на активное занятие спортом.